Грозовые камни. Композиторы Гарри Макдональд и Лорен Стоун. Феррис, я знаю, ты здесь. Сценарий Виктории Осборн. Ты можешь вернуться в пещеру. Режиссер Марк Дефрест. Аришка разрешила. Я беру свои слова обратно. Феррис! Допуск к объекту запрещен. До завершения расследования, пожалуйста, покиньте исправительный центр. Мы только хотели повидаться с ней. Ее же ни в чем не обвиняют. Младшие граждане не допускаются в исправительный центр без сопровождения взрослых. Хорошо, офицер. Вы взрослый. Вы можете проводить нас. Поправка. Я номер 451, голографическая проекция. Пожалуйста, покиньте исправительный центр немедленно. Ну что ж, пройдем другим путем. Что это? Фотонный распылитель. Странно, у меня в дневнике были чертежи такого же распылителя. В личном дневнике. Правда? Какое совпадение. Точно. Так же, как и компьютерная игра, придуманная якобы тобой, и аппарат для изготовления жвачки. Наверное, тяжело иметь сестру гения. Особенно, когда она лазит по твоим дневникам. Да ладно тебе, Ной. Ведь там могла быть разгадка. Ты же пропал, помнишь? Я удивлен, что ты смогла воплотить это в жизнь. Я подумала, это поднимет тебе настроение. Спасибо. А что это? Протеиновый кекс. Объедение. Тает во рту. Здесь его все обожают. Ну, конечно, не все. Прости. Я подвел тебя. Столько всего пройти и оказаться здесь. Ты не виноват. Ну, я не понимаю, что я такого сделала? Почему они со мной так обращаются? Попробуй посмотреть на это их глазами. Я пропадаю, а потом возвращаюсь с тобой и говорю, что я путешествовал во времени. Нелегко поверить. Да, но Синти и Пол даже не выслушали вас. Парочка зануд. Просто я прошу их поверить в то, что перед ними стоит человек, который еще не родился. Мы вернем тебя в рай. Обещаю. Нам нужно достать пару VFX и источник энергии. Как мы это сделаем? Синди и Пол все конфисковали и закрыли холодок. Что-нибудь придумаем. Номер 451, доложите обстановку. Повторяю, номер 451, доложите обстановку. Посторонним вход в исправительный центр запрещен.
Не волнуйтесь, мы уже уходим. Объясните причину неисправности номера 451-го. Да, он уже был такой, когда мы пришли. Видимо, сбой в программе. Пожалуйста, немедленно покиньте исправительный центр. Хорошо, хорошо, мы уходим. Побереги свои нейроны. Все в порядке, Женева. Не переживай. Молли, есть важное дело. Где он? Кто он? Луч. Он пропал? Не прикидывайся. Ты его видел? Ты волнуешься? Он мой друг. Аришка, мы больше не враги. Если я что-нибудь узнаю, обязательно скажу. Здравствуй, Феррис. Если ты сделаешь все, как я скажу, тебе нечего будет бояться. Сделаешь? Да, повелитель тьмы. Ты должен вернуться к своим новым друзьям-номадам. Понял? Да, повелитель тьмы. Ты передашь им то, что я скажу. Все точно, слово в слово. Слушай внимательно. Слушай и запоминай. Я в недоумении. Ной утверждает, что использовал эти VFX и энергию Холодока, чтобы переместиться в будущее. Мне это известно. Надеюсь, вы не поддерживали эту затею. Вам хорошо известно ограничение в использовании Холодока. Ной не врет мне. Если он говорит, что это правда, значит правда. Зачем мне было это выдумывать? Если бы я знала, мы бы сейчас не были в таком затруднительном положении. Что касается вас, юная леди, надеюсь, вы перестанете подыгрывать ему и начнете говорить правду. Только ее не впутывайте. У меня есть решение этой проблемы. Почему бы нам не проверить теорию Ноя на практике? Таким образом, все станет ясно. Это радикальная мера, доктор. Чтобы не сказать хуже. Прошу всех подождать за дверью, пока мы с Полом примем решение. Как угодно. Вы понимаете, в каком сложном положении я нахожусь. Я потерял право голоса и пока не имею никакой власти. Почему вы не уйдете? Он не может. Члены Триумвирата избираются на всю жизнь.
Я бы с удовольствием сделал что-то большее. Мы благодарны за любую помощь. Можете входить. Несмотря на все оговорки, мы решили дать вам шанс доказать вашу нелепую теорию. Конечно, мы должны подготовить все необходимое оборудование. Возможно, это займет некоторое время. У вас время до завтрашнего вечера. Вы уверены, что это хорошая идея? Вы играете с огнем, это может быть опасно. Все в порядке, мама. Триумвират уже принял решение. Отведите девушку в исправительный центр. Я не хочу туда. Секундочку. Выполняю приказ отвезти задержанную в исправительный центр, как приказано. Как член Триумвирата, отменяю все предыдущие приказы. Девочка останется со мной. А вы можете идти. Ты свободна. Это тоже клетка, но большая. Долли. Долли, все в порядке. Где луч? Ты последний, кто видел луча. Где ты его видел? На глубокой дороге. За ним кто-то шел. Кто? Я не видел. Было темно. Я испугался и побежал обратно. Почему ты сразу к нам не вернулся? Потому что я встретил повелителя тьмы. На глубокой дороге? Да. Он просил вам кое-что сказать. Ну? Он сказал, что Ной и Женева не вернутся. Они живы, но не могут покинуть Северный Кол. Они не смогут принести никакой техники, так что война закончилась, не успев начаться. Он просил подчеркнуть последние слова. Давай разберемся. Повелитель тьмы может что-то знать о Ное, только если он сам умеет перемещаться во времени. И вообще, откуда он знает, что мы хотим сломать электроловушки? Учитывая, что ты не существуешь, ты выглядишь довольно хорошо. Что это такое? Давай покажу тебе. Если все сработает, ты вернешься? Все получится, я уверен. В ночь, когда я пропал, я пробовал применить разные квантовые уравнения. И, похоже, нашел правильный путь преобразования фотонов. А потом? Я в другой точке гиперпространства. И теперь перемещение во времени — вопрос математики. Понимаешь? Могу на что угодно поспорить. Он и сам не понял, что сказал. Невероятно. Такой мальчик, как ты, смог достичь... просто удивительно. Возможно, когда ты вернешься, мы сможем продолжить работу вместе. Конечно, почему бы нет? Отлично, отлично. Я буду ждать. Но сначала я должен вернуть Женеву домой. Это несправедливо, что здесь не обращаются как с преступником. Ты выглядишь замечательно. Замечательно? Сногсшибательно. Добро пожаловать. Я Аква. Вождь Сандрибов. А ты, как мне известно, луч. У нас с тобой есть дела. Но сначала ты должен отдохнуть.
Это клоун. Что такое клоун? Он смешит людей. И это все, что он делает? Да, да. Здорово. Ну и как тебе? Иметь своего собственного клоуна. Иди, куда шел, Морган. Идем, тебе нужно переодеться. Но я же здесь совсем ненадолго. Но пока ты здесь. Долго репетировали? Отвали. Не обращай внимания, у нас тоже есть придурки почище, чем покровители в раю. Значит, все это было построено еще до кометы? Да. Это была станция подземных исследований, люди жили и работали здесь. А когда Немезида упала и уничтожила жизнь на Земле, люди, которые были здесь, наши родители, например, выжили. Они не единственные, кому удалось выжить. А как же люди в раю? Ну, наверное, их родители живут где-то под землей прямо сейчас. В этих условиях, весь этот снег, как им это удалось? Тяжело представить. Тебе нравится здесь? По сравнению с раем, без свежего воздуха, деревьев, пустыни. И ты не будешь скучать по всему этому? Не знаю, наверное, буду. Но это мой дом, как рай твой, поэтому нравится здесь. И хотя я никогда не забуду рай, мой дом здесь, в Северном Коле. Ничего. Да. Значит, все. Надо искать новый рудник. Но мы уже перекопали весь рай. Перекопаем еще раз. Мы должны найти богатые залежи грозового камня. И это будет началом новой цивилизации. А что, если нам помешают животные? Мы их уничтожим, как только электроловушки начнут снова работать. У нас сейчас вроде перемирие с Тао. Вроде. Ну, пока он не идет против нас, мы его тоже не трогаем. Он обманывает вас. Ему просто нужны рабы. На рудниках много сандрибов, и это результат рейдов Тао через горы. Вы не сопротивляетесь? Мы сандрибы-пацифисты. Мы не воюем. Мы пытаемся избегать войн. И долго вы еще будете их избегать? Расскажи мне о животных. Я слышал, они живут по ту сторону гор. Говорят, покровители очень их боятся. Это правда. А этот мальчик Ной, это правда, что он принес их с помощью волшебства из незапамятных времен? Да. А он может победить Тао? Может быть. Но он вернулся домой. Домой? Назад, в прошлое. У нас есть легенда, что пришелец из тьмы освободит нас от тирана. И я подумал, может, Ной... Нам не нужна легенда. Нам необходимо чудо. Что ты думаешь? Я выгляжу глупо. Чушь. Ты прекрасно выглядишь. Смена имиджа завершена. Посмотрим, что скажут в раю. Но я вот подумала, если сегодня все получится, и мы вернемся... Не волнуйся, вернемся. Я всех подведу. О чем ты говоришь? Я обещала принести что-нибудь, чтобы обезвредить электроловушки. Все по порядку, мы не можем сделать все сразу. У нас и так куча проблем. Сегодня мы им докажем, что мы говорили правду, а потом подумаем об электроловушках. Я хочу, чтобы уже завтра электроловушки работали. А что, если они принесут из прошлого технику и выведут из строя? Этого не произойдет. Сейч вызывает Тао. Тао, ты там? В чем дело? Девчонка здесь. Пусть заходит. Одна. Проходи, Аришка.
Ты. Покажи свое лицо. Это невозможно. Где луч? Ничего о нем не знаю. Твое послание. Это правда? Да. О чем вы? Но и Женева никогда не вернутся. Откуда ты знаешь? Даже если такой ребенок, как Ной, может перемещаться во времени и пространстве, мне это в 100 раз проще. Я везде, Аришко. Рай и его будущее — только одна из моих обязанностей. Я всемогущ. Если ты всемогущ, почему нам все время удается ускользнуть от вас? Мои слуги не всесильны, но ты должна кое-что понять. В ходе истории ты и твои маленькие друзья — ничто. Животные добавили вам немного веса, но это не так важно, как ты думаешь. Ваше время и время животных подходит к концу. Можешь в этом не сомневаться. Я позабочусь об этом. Позабочусь сам. Ной, пожалуйста. Может произойти все, что угодно. Ничего не случится, мам. Ты не остановишь его. А мы можем быть уверены, что если ваш нелепый эксперимент закончится успехом, вы тут же вернетесь домой. Как только я повидаюсь с друзьями, но Женева не вернется. Она останется дома. Можете начинать. Удачи, мой мальчик. Ты понимаешь, что если у тебя получится, ты перевернешь наше представление о Вселенной. Все получится. Большое спасибо за помощь. Кто-то должен был помочь. Спасибо. Ты записываешь, мам? Записываю. Ладно, начнем. Что-то не так. Это окончательно доказывает, что Ной лгал нам. Известно в нашем обществе ложь – тяжелейшее преступление. Нет. Мы не можем закрыть глаза на такое серьезное нарушение закона. Ной понесет наказание. Я не понимаю. Он отправится в исправительный центр вместе с девушкой, которая называет себя Женевой. Все должно было сработать. Здесь что-то не так. Создатель и продюсер сериала Джонатан Стив. В ролях Джеффри Уолкер, Мэри Ванивуки, Дэниел Деперис, Дэмиан Фотю, Анна Грейс Хопкинс, Кейт Келти, Натан Вентворд, Джерард Кеннеди, Стюарт Халлиц и другие. Оператор Рон Хейген. Конец 16-й серии.